Всем привет! Сегодня на обзоре говядина тушеная производства Белоруссии фирмы Гродфуд. Произведена город Гродно. Вот. Адреса. И что-то мне подсказывает, что это будет хорошая тушенка, потому что это произведено в Белоруссии, а не в России. Сейчас я открою и посмотрю. Вся купленная тушенка российского производства до этого была негодная к употреблению. Цена этой банки 140 рублей, примерно столько же, сколько и российской. Откроем, посмотрим. Запах очень хороший, тушеночный. Сверху немного жира. Вот пошло, вот это вот выдалось настоящее желе, не которое вот, как вот в наших тушенках я открывал, там была какая-то масса желеобразная, которая была пружинила прямо вот во рту. Здесь видно, что настоящее вот это вот, в чем оно варилось, а не какие-то там желеобразные добавки. Вот видим лавровый лист здесь. Кусочек, это должно быть. Белорусская тушенка выглядит очень хорошо. Здесь не обманули и положили реально мясо. Вот начнем с этого куска. Смотрим. Кусок говядины. Здесь тоже кусок говядины, не обман. Вот волокна все. Не просто какой-то там плохие обрезки, но нормальные. Это тоже. Здесь тоже говядина. Да. Вот небольшой кусочек какой-то вот попался. Ну, такой хрящичек. Ну, думаю, там ничего. В общем, белорусская. Тут сейчас я попробую немножко, как она на вкус. Угу. Тушенку я раньше ел в СССР, она вот мне напоминает этот вкус именно настоящей тушенки, которая она должна быть вот без обмана положили мясо. Ну что, придраться тут не к чему. Тушенка выглядит как тушенка. Я думаю, этих денег стоит. Ну, можно было и дешевле, конечно. Ну, 140 рублей. В общем,